Сразу два образовательных учреждения, детский сад и школа, появятся в микрорайоне «Гусарская баллада». Муниципальный контракт на их возведение был заключен в августе. Рабочие вышли на объект. Сейчас ведутся бетонные работы нулевого цикла, продолжаются планирование территории и укладка плит для технических проездов. Строительную площадку проинспектировал глава городского округа Андрей Иванов. Все идет по графику. Хочу напомнить, что мы по детскому саду, подписав муниципальный контракт с окончанием строительства в мае 2023 года, договорились и подписали соглашение с подрядной организацией о том, что мы закончим этот объект в конце 2022 года. В декабре мы уже планируем ввести его в эксплуатацию. Поэтому изменен график строительства, сжаты сроки. Собственно, еще раз это проговорили сегодня. На сроки не повлияла даже непредвиденная ситуация. В ходе земляных работ были обнаружены бесхозные коммуникации. Теперь необходимо их переносить, а это требует проведения дополнительной экспертизы и внесения изменений в проектную документацию. Строительство образовательных учреждений будет проходить под пристальным контролем не только главы, но и местных жителей. Обязательно будут установлены веб-камеры, можно будет все видеть в режиме онлайн времени, и, конечно, будут официальные отчеты о том, как выполняются работы. Школа рассчитана на 2200, а детский сад на 400 мест. У них будет общая территория. По словам Андрея Иванова, когда работа завершатся в Гусарской балладе, появится крупнейший образовательный кластер Одинцовского округа. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».